Всем привет! Продолжаем рассматривать работы художников, художниц. Осборн Эмили Мэри. Английская художница, родилась в Лондоне в семье священника, училась в Академии Диккенсона. В 1851 году, совсем еще юной девушкой, Осборн впервые показала свою работу в Королевской Академии. В этот период она работала в жанре портрета, однако известность пришла к ней благодаря жанровым полотнам, выполненным в добротной, скрупулезной манере, близкой прерафаэлитам и выдержанной в сентиментальном, назидательном духе. Излюбленными темами Осборн – это бесценное отчаянное положение героини. Такова, например, ее работа «Безымянная одинокая», представлена в 1857 году на выставке в Королевской академии. Художница писала также работы в викторианском духе, полные покоя и умиротворения. Я пользуюсь, практически зачитываю книгой «Прерафаэлизм» Ивана Мосина, большая иллюстрированная энциклопедия. Осборн была успешной и высокооплачиваемой художницей. В 1855 году за один из портретов, выполненных на заказ, она получила гонорар в размере 200 гиней. Художница пользовалась благосклонностью королевы Виктории, которая приобрела для своей коллекции ее полотно «Дверь моего дома». Умерла около 1893 года. Ну, вот так вкратце о художнице Осборн Эмили Мэри. Пока-пока, до свидания.